Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть с Карим Драгонборн. Мы находимся в храме Мирака, в самом непонятном его месте. То есть это пипец какой-то. В предыдущей серии мы сюда попали. Не могу сказать, что здесь как-то хоть что-то понятно. Это просто какой-то кошмар. Но тем не менее, это интересно, поэтому давайте пробираться. Что же нас ждет в этой главе? С одной стороны, это одно из моих самых любимых мест, а с другой стороны, это просто какой-то пипец. Так, мы пришли к очередному ищущему. Это слово силы, что ли? Или что это за знание такое? Боюсь, затрудняюсь сказать. Но давайте подберемся и посмотрим. Ой, да он там не один, я смотрю. Давайте-ка сохранимся. Что же это у вас, ребятушки, там такое? Блин, я настолько привязался к Дормидонту. Мне его сейчас очень не хватает. Как бы он помог нам, да, сейчас с копьями своими? Да, это слово силы? По-любому, я слышу уже. Второй. Кстати, надо будет подзарядить мощный датчик. Мозги. Хорошо. Еще есть? Вроде как нет. Фу, так. Давайте посмотрим, что же это за слово. Оружие. Заклинок горе, можно. Заряд. Скажем, обычный каменный душ. Неплохая штуковина. Змей. Аспект дракона. Использовать подчинение воли, чтобы... О, усмирить Саратара. Круто. Блин. Это дополнение мне нравится все больше и больше. Hail, Furi. Your Thuum has the mastery. Climb aboard, and I will carry you to Mirak. Какой красавец. На самом деле урод. Ну вы посмотрите на эту пасть. Это, наверное, самый уродливый дракон из всех, что я видел. Но, в принципе... Залазим. Это то, что я думаю. Офигеть. Находясь верхом на драконе, вы можете выбрать цель и атаковать ее с помощью магических атак. Кроме того, вы можете приказать дракону напасть на цель. Быстрое перемещение на драконе доступно в меню глобальной карты. Более детальную информацию можно получить. Понятно. Хорошо. Так, ну напрямую я им управлять не могу. Но я могу выбрать цель, да? Атакую его. Атакую скрытня. Откровение. А, понятно, вон оно как. Ну-ка. Давай, заходи на него. Атакуй. Прикольно. Конечно, не очень удобно, на мой взгляд. Ну, ладно, да, что ты делаешь? Так, а что у нас тут есть? Можно ли как-нибудь? Вот так, на, жги его. Жги его. До свидания. Нажмите левый shift. Прикольно, мне это нравится. Давай, бей его. Кусай. Блин, это круто.
Ну, не очень удобно и по большей части... Что ты делаешь вообще? По большей части криво, но такой возможности мне давно не хватало. Давай, выжигай к чертовой матери этот огонь. Он, конечно, не выжигает, он морозит, но тем не менее. Давай. Да, долго так не будешь бить, похоже. Ох, пока ты покружишься. Ну, не могу сказать, что это прям вызывает у меня какой-то восторг, но при этом, конечно, блядь, это отлично. Ну, вы представьте, сколько нам придется его так бить. А если враг посильнее будет? Скрыть у него, в принципе, не такой уж сильный. И двукопашную я бы его уже давно заломал, я думаю. Давай, ну. Окей. Ищущий. Ну тебя-то побыстрей. Только надо повернуться к тебе, опять же. Знаете, мне больше хочется именно в мире Скайрима или в мире Солсгейма полетать на драконе, чем тут. Здесь, конечно, оно эпично все выглядит. Блин, выше, смотри. Но... Это все-таки мертвые земли. Ну, как-то вот так, в общем. Все, полетели. Нажмите А, чтобы приземлиться. As you command, Mudao Wako. Zarota, are you so easily swayed? No, not yet. We should greet our guest first. And so the first Dragonborn. It's the last dragonborn at the summit. Первый драконорожденный. No doubt, just as Hermaeus Mora intended. He is a fickle master, you know. But now I will be free of him. My time in Apocrypha is over. You are here in your full power, and thus subject to my full power. Но попробуй. You will die. And with the power of your soul, I will return to Solheim and be master of my own fate once again. Это будет интересно. Пожалуй, все-таки от первого лица. Ну, даже знаете, я, пожалуй, возьму Бальтумирунуса в правую руку. Использует как дракона. И начну тебя как Мирунусом. Я думаю, тебе понравится. Давай, давай. Пока что наравне идем. Тут у меня еще аптечка есть. Ну, сглазил. Так, перегруз. Ладно, откажусь тогда, пожалуй, от всякой ерунды. Выкинуть все. Потом возьмем еще. Он получился, что ли? Вот это уже плохо. Так, предметы. Зелье. У меня не так много лечилок просто. Как могу. Я могу от нее спрятаться, интересно? Думаю, что нет. Попробовать стоит. Нет, не могу скрытность использовать. Да, конечно. Только его перемашешь, что ли? Ну, да что ж с тобой не так-то? Ну, я думаю, мы его победим все-таки. Так, экономим пока.
Он забрался в его душу, понятно. Придется, короче, дождаться, пока побрут они все. Потом уже воевать. Так, зелье. Что ж это такое? Да блин, это мельтешение, оно просто убивает, конечно. Оно слишком быстро как-то двигается, сумбурно. Но неприятный такой противник. Понятно. Все драконы погибли. Что теперь? Ты снова возродился. Я все правильно делаю, я надеюсь. Это был последний дракон. Или нет? Сейчас ты сам ко мне подойдешь. Помощь! Или их тут нельзя призвать? Что-то есть такое ощущение. Так, хорошо, зелье. Еще одно. Что-то мне сегодня с Мирунусом не везет. Не получается притонуть. Давай, давай, давай. Бежал. Все как всегда. Сначала кричите, потом бежите. Ну, что нравится? Не знаю, чем добавить. Давай, 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 давай. Спокойно. У меня есть зелье, у тебя нет. Так, и что? Где ты, сволота? Get your feet to escape me, Mirak. You can hide nothing from me here. No matter. I have found a new dragonborn to serve me. Служение тебе. May he be rewarded for his service, as I am. Mirak harbored fantasies of rebellion against me. Serve me faithfully, and you will continue to be richly rewarded. Ну, как-то так. Что я могу сказать? Это было неожиданно. Так, что мы можем взять? Это все, конечно, надо бы взять. Зачем же ты берешь? А нет, в принципе, нормально. Вот так-то, я думаю, нам хватит на пока. Или еще одну взять? Сколько она весит? 15. А, ну, давайте возьмем одно и выкинем, скажем, что у нас там ненужного есть. Этот клинок. Блин, ну он крутой, наверное. Не знаю. Давайте вот это выкинем. Я хотел его продать, конечно. Да черт с ним. Просто я хочу свой меч драконий заковать по-нормальному. Он думает, что мы служим ему. Он не понимает, насколько он заблуждается. Но пока что это нам в плюс. Что это? Очистить. Можно сбросить параметры. Я не думаю, что мне что-то нужно. У меня все вполне себе круто.
То есть какой-то из параметров можно сбросить очки и по новой распределить. Я не жалею ни об одном из вложенных очков, ни об одном параметре измененном. У меня все раскачано так, как мне нужно, поэтому перемещаемся в Solstheim. Ну, это было круто. Хотя, по сути, не очень. Потому что бой сам по себе был не столько сложный. Мирок, я думал, будет посложнее. А здесь, по большей части, он был довольно слабым противником. Просто время от времени лечился сильно. Ну, не знаю. Воображение рисовало что-то прям такое эдакое. Как-то не сложилось. Фух. Но, тем не менее, победили. Я так понимаю, это финал этого дополнения. Но у нас на Solstheim еще есть дела, поэтому остаемся. Нам нужно еще кое-чем заняться. Допустим, броню ту же найти. С броней еще подождем. Еще хватает всякого разного. Так, перемещаемся в Solstheim. При записи это все занимает довольно много времени. I came here to study the history of Solstheim, but it's the skull who intrigued me the most. Дармидонт. Соскучился. Никого не убил. Ой, да что ты врешь? Наверняка ты убил кого-то. Тарстан. Ты прям тот Тарстан. I do enjoy sharing stories of my travels in Tamriel with young Nicholas. Ты не один из скалов? Oh, no, most certainly not. I'm a historian. I'm here to learn about the history of Solstheim. Solstheim is a fascinating place. We know so little about its past. Понятно. I can feel it. The tree stone is free again. The oneness of the land is restored. Does that mean... Is it over? Is Mirak defeated? Мирак мертв. Но Хермиос Мора все еще представляет угрозу. It was Mirak who threatened Solstheim. With him gone, Herma Mora has been foiled once again. Tell me though. My father's death. Was it necessary? Was there no other way to destroy Mirak? Хермиос Мора не стал бы мне помогать, если бы не жертва Сторна. Yes. His help which did not require him to kill my father. Such is the way of Herma Mora, the eternal enemy of the Skull. One more thing, Skull friend, if you will. I know it is not my place, but may I offer a word of advice? Вообще-то нет. Но давай послушаем. Что ты хотела? As shaman of the Skull, I am charged with the spiritual well-being of my people. While you are not of the Skull, you are Skull friend. And so I give you this warning. Herma Mora forced you to serve him in order to defeat Mirak. Do not let him lure you further down the path. The Allmaker made you Dragonborn for a higher purpose. Do not forget that. Walk with the Allmaker, Skull friend. Я прекрасно понимаю, чего хочет Хермиос Мора. Так, ладно, пойдем к местному кузнецу, посмотрим, сможем ли мы с помощью всего, что у нас есть, улучшить. Так, где здесь кузнечные принадлежности? Улучшить наше оружие. А после этого все-таки пойдем к тому грибу там, потому что все-таки есть, похоже, Силдстрайдер. Так, а где у нас здесь кузнец? А, вот, понятно. Так, ну, посмотрим. А тут, по-моему, улучшать оружие. Драконья кость. Окей. 65, неплохо, да? Хорошо. Вот и наше новое оружие. Драконий меч. Так, оружие. Избранное. Это мой новый будет меч. Он у меня будет в правой руке, а бритва Мирунос в левой. А клинок горя пора забыть. Он уже устарел. Так, кстати говоря, бритву Мирунос мы как-то еще можем улучшить? По-моему, никак уже, да?
Карбонитовый слиток один, и она будет безупречна. Окей, меня это устраивает. Так, здесь что еще? Костяной лук. Подожди, там нужно было карбонитовый слиток, так он у меня же есть. Ну ладно, создаем костяной лук. Теперь смотрим. Я думаю, драконий костяной лук будет самым лучшим луком. Так, бритва Мируноса, необходимый бонитовый слиток. А там вроде писалось, что у нас есть. Или нет? Нет, он уже улучшен по максимуму. А сюда нужна драконья кость еще одна. Блин, надо было еще одну с собой взять. И тогда он станет 69. Круто. А мой нынешний вообще 30. Это 54. Ну, хорошо, надо будет еще одну драконью косточку найти. Пока что будем ходить с соловьиным луком. Хорошо. I came here to study the history of Solstheim. It's the skull. Прикольный меч такой, офигенный. Так, ну что? Каких-то новых доспехов вроде ничего нет. Тяжелая броня. Шлема легкого, я так понимаю, вообще нет, да? Так, хорошо. Сталгримовая. Сталгримового тут нет, понятно. Отстой, короче, всякий. Драконий лучше. Блин, мне нравится вид этого меча. Ну, что, давайте двинемся, наверное, к этому грибу. Я не уверен, что мы успеем добраться в этой серии. Но, тем не менее, охота именно пешком. Здесь у нас есть еще один небольшой квест. Хотя, давайте вперед. Давайте вот так, чтобы успеть сегодня. То есть, там была какая-то проблема с постройками была. И нужно было собрать ингредиенты. Посмотрим, как там оно. Ну, в принципе, хитиновая броня прикольная так. Мне нравится. Основной квест, в общем, завершили, судя по всему. Надо будет сейчас посмотреть в списке заданий. По-моему, больше ничего нет. Так, да. Вот это нужно будет вернуться на тот островок и найти там этот труп, на котором, судя по всему, будет какая-то записка лежать. Но вот Миля обнаружила древний сундук, содержащим... Нет, это не то. Это уже Кайрен душ. Ладно, давайте вот это вот. Хорошо, куда мы идем? О, так это мы совсем не туда идем. Ладно, пойдем сюда. Просто уже завершим сразу с этим квестом. Осмотримся маленько. Что у нас тут еще? В принципе, дел довольно много осталось на этом острове. И кроме того, много чего не исследовано. Помните, там у нас был трон ледяной такой? Оказывается, это все-таки не по сюжету было, да? Возможно, это какой-то квест мы возьмем в том же Рейвенроке или еще где. Но пока что я так и не понял, для чего был нужен этот ледяной трон. Как бы там ни было, это будет прикольно. Вернемся туда еще. Так, хорошо, пойдемте. Вон сколько пещер еще не исследовано. Подожди. То есть прямо под ним получается? Да, упрыгнем. А, ну да, точно, смотри. Причем так больно, еще упал, аж расшибло. Здесь мы были. И только тут именно мы можем, да, это сделать. Ну, хорошо. Пойдем, пойдем, Дормидон. Почему именно тут? Не знаю. Но, тем не менее, именно тут. Так, хорошо. Термитрин. Пока что самое крутое поселение. Я его, конечно, особо не осмотрел, но само по себе оно очень круто выглядит.
Вообще говорили 6 книг. То есть 4 мы собрали. Одна у мага этого местного, как его там зовут. Еще одна где-то, похоже, находится на этом острове. В общем, походить здесь, поизучать еще много чего. Так, ну и что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии пойдем, да, собственно, сдадим этот квест. Да начнем осматривать по полной этот закуток мира, потому что тут довольно интересно. Я думаю, что-нибудь крутое мы донайдем. Этот все по-прежнему там что-то делает. Смотри, красиво, да? В общем, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока. We'll be right back.